超面白い。Тормози. Вот так вот. Я сказал, сейчас будет, блядь. Этот еще полез. То есть в напряжении. Тогда в районе 4-5. Хорошо. Что делает ты, придурок-то? Идиот ебаный, блядь. Че ты правда все мне потай? Опа. Ой-ой-ой, тормози. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тормози. Слушай, человек жив, нет. Помочь может надо, ё-моё. Это понимает? Значит, надо и там строить. Ой, смотри, что делать. Осторожно, осторожно. Че это с ним? Thank you.
Пиздец, блядь! Долбоёб, блядь! Оп, нихуя авария! Дебил! Как так можно, как блядь, так? На ровном нихуя. Месте вдвоем на один перекресток? Когда 1000 метров весит 2 тонны. 1000. Ой-ой-ой-ой-ой. На нахуй! Лезешь. Зачем? Ни хрена себе!
поговорить с пацанами, приходится пообещать, что это всем. Да ёб твою мать! Только до 10 марта и только в...
Вот дурачок, Yeah.
В 2014 году цены на бензин в России могут вырасти до 15% на фоне налогового маневра. Ёб твою мать, ты дурак что ли? Блять! Да что ж ты делаешь-то, ёбаный ты олень-то, а? Коту перейти, куда поехал. О, блядь, охуеть. Борзый, да?
Грузов в администрации города подписали постановление, которое запрещает тяжелым машинам и тракторам весом более 5 тонн проезжать по магистралям. Это касается улиц Лермонтова, Гоголя, Второй железнодорожной и именно других. Полный список на сайте администрации. Новая музыка в секретной фанатике «Радио Пилот». Спонсор секретной фанатики «Радио Легенда». О, Петр, ты чего такой довольный? Максим Афинагенович.
всех залил. Короче, да. Чем сейчас занимаешься? Возьмите с собой денег, вот. А каких? Любых. Нет, мелкие, крупные. Охуеть! Подожди. Давайте, поехали. Хорошо он пронес. Что ж ты делаешь, да? Подушки. Давай.
Он задымил. Ты говоришь, задние фары поменял, в смысле, на лучше которые или? Ну да, они там переделаны. Не успели. О! Бах, нахуй. Ха-ха-ха, нормально воткнулся. Ух ты! Есть контакт, видели? Да, вообще в мясо.
капец, черт. Смотри, смотри. Ой, хорошо, что я не поехала. Дебил, блядь! Компаниям держава та нація проти, які запроваджують санкції, заборонять вести бізнес в Росії. Українці зимуватимуть з теплими батареями, заявляють у Міненерговугілля. Температуру нижче санітарних норм опускати не будуть. Потім людей відомство просить не забувати. Во время захода на посадку самолет упал на жилые дома и загорелся. Погибли, по разным данным, от 40 до 47 человек. Более 10 госпитализированы. Одна из основных версий случившегося – плохие погодные условия. В районе Тайваня были тайфун, скорее всего, именно поэтому капитан воздушного судна не сумел с первого раза попасть в борт и попытался уйти на второй круг, после чего... Там уже это без сознания точно. Катя Никита Александр Новикова, но прежде подсечем рыбацкие лайки.
Дура, блядь, а! Господин вопрос о смене министра обороны, что эта тема сейчас активно обсуждается в украинских правительственных кругах. Действующей конституции президент имеет.
мой, что с ним? Почему так? Почему так стало? Почему так? Что? Бля, не... Ужас, ужас.